Друзья, приветствую вас всех. Вы на канале Асхаб Тамаев. И сегодня, наверное, самое важное событие в 2024 году в тематике машин. Сегодня мы приехали на трассу, чтобы показать, кто тут хозяин. И сзади меня находится самая быстрая М5 в мире. КС-ка, да? Самый быстрый седан в мире. До сотни 1,8. Тут стоит Авентадор. На кону этой гонки слово чемпион, чемпионство, да? Ну и если я проиграю в гонке, я теряю М5 КС левел и Авентадор. В сумме это больше 50 миллионов рублей. Фух, я хочу, Ахмед, позвать тебя. Ассаламу алейкум. Алексан. Как дела у тебя, Ахмед? Все хорошо. Ты, как твои чувства, волнение? Ты, по-моему, сказал в 23-м году, сейчас 24-й год. Я сказал 23-й год? Ну пусть будет так, неважно абсолютно. В этом году это самое важное событие, знаешь, чемпионство именно в автотематике. И, наверное, сегодня мы это уже определим. Я сколько времени потратил, сколько усилий было, да? Ты меня везде выиграл, не оставил мне ни единого шанса. Не, была у тебя одна победа. Одна победа была, но и то она была такая очень слабенькая. Сомнительная победа. Да, потому что с твоей машиной были проблемы. Да, потом я пришел и выиграл. Да, ну, грубо говоря, сейчас, если сказать, то чемпионом этой индустрии, по факту, это ты. Мне кидали огромное количество вызовов, даже не буду говорить про них. Я не воспринимаю их всерьез. Я понимаю, что на данном этапе единственный конкурент, который... Ну, единственная машина, которая может составить мне конкуренцию, но это CLS, ну, по факту. Ну, она-то не единственная, есть еще автомобили, которые могут составить конкуренцию. Хотя бы назови одного, но нет ни одного. Я не хочу называть, но вообще в целом я бы не хотел здесь обсуждать вот эту всю тему про других. Сегодня здесь ты, я, и я бы хотел, честно говоря, побыстрее саму гонку сделать, потому что те эмоции, которые я испытываю до гонки, они меня напрягают очень сильно. Мне плохо, понял? Я понимаю тебя. Да, честно сказать, наверное, эти эмоции вы никаким образом не передать, и вы это никогда в жизни не ощутите, потому что, ну, я выходил на бой, я выходил на гонку, и выходить на гонку, наверное, сложнее в разы. Ну, что сказать, эмоции просто переполняют, и, наверное, видно, да, на крупном плане. Может, заглушишь? Насколько я вспотел. Заглушишь? Моя спина вспотевшая? Да, ты заглуши. Мы, короче, одинаковый бак заправили бензина, договорились, чтобы ровно все было. Он сейчас заведенную машину оставил, чтобы побольше бензина потратилось. Такие... Хитрые движения со мной не прокатят. Все, машину выключили мы. В целом слова не складываются, что-то говорить не хочется, мне тяжело. Вот это эмоциональное состояние вы все равно не поймете, короче. Знаете, что самое интересное? У него железо не так, у него 100% не так на душе, потому что его цель чисто заработать с этого. Хоть он проиграет, смотрите, хоть он выиграет, он все равно заработает. В комментариях писали, что никогда в жизни у меня не получится выиграть, да? Я уже свое заработал, Ахмед. Ты мне дал 12 роликов. Понимаешь? Да. Огромные просмотры. Тебе это за это большое спасибо. Но ты меня никогда в жизни не отблагодаришь за то, что я тебя поднял. Ты даже это не признаешь, да? Но я тебе благодарен. В данной ситуации это бы не про заработать деньги. В данной ситуации я рискую двумя автомобилями. И, наверное, я уже сказал, если я и сегодня проигрываю, я оставляю, наверное, эту тематику, ну, точно оставлю гонки с тобой. Мне это уже... Ну, я уже пойму. Ты так уже говорил. Но я уже пойму, что, в принципе, этой машиной, если я не выигрываю, то мне тут делать нечего, понимаешь? Да. Ты же видел ролик Эрика Давидовича, да? Да. В этом ролике он говорил, что это самый быстрый седан в мире, что это папочка всей этой индустрии. Как ты собрался со своим CLS-ом сегодня меня выиграть? Ну, во-первых, я думаю, что рекорд, который она поставила, ты сегодня также не поедешь. А во-вторых, я сделал кое-какое изменение в свой автомобиль. Она как раз вон там на эвакуаторе, сейчас они должны сюда подъехать. Я на самой машине не приехал, потому что у нее не городской режим. То есть я даже лишний раз маленький круг сделать на ней рисковать не буду, короче. В общем, грубо говоря, вы понимаете, да, уровень, наверное, этих машин. Это М5 на своих максимальных лошадок смогла своим ходом приехать сюда. А CLS, боясь, что что-то случится, что-то может произойти, да? Да. Ты ее привез на эвакуаторе, верно? Да. Ты этим гордишься или ты что хочешь? Я этим не горжусь, я просто хочу... Ты круче, да? Ты такой крутой, у тебя много денег. Причем я вообще не говорил такого. Вау, Асхаб Тамаев. Я такого еще не говорил. Все вокруг тебя нищие, у всех дешевые машины. Я такое говорил? Ты самый богатый, ты купил самую дорогую машину. Ты самый-самый. Как понял, в детском садике ребенок. Я такого не говорил. Хорошо. Я такого не говорил. Хорошо.
Ну, и смотри, учитывая, что я за нее заплатил не маленькие деньги. Да, да, большие, факты, много денег заплатил ты. Для меня огромные деньги. Огромные, честно. Для тебя нет? Учитывая все эти факторы, я сегодня приехал забрать, грубо говоря, прямо говоря, дешевый CLS. Эта машина мне нужна больше, нежели чем это M5 KS Level, этот Lamborghini, понимаешь? Я готов ради твоего дешевого CLS жертвовать. Но больше. Ты сам себе противоречишь. Тут дело не в цене, тут дело в принципе, понимаешь, друг мой? Тут дело не в цене. Я не говорил про цену сейчас в данном ролике, в данной ситуации. Ага. Я говорю про принцип. Он без цены, ты не можешь о цене говорить вообще. В целом, если мне сейчас ты просто бартер предложил бы, обмен, ага. Отдал бы свою ламбу, отдал бы КС, отдал бы там еще что-то, я бы с тобой не поменялся. Ты же это знаешь прекрасно. Я понимаю. А мне это не нужно, я сегодня заберу ее. А ты говоришь, тебе это не нужно. Запомни мои слова. Если бы я соглашался. И вы в том числе, я ее сегодня заберу. Если бы я согласился, ты бы поменялся без разговоров и без гонок. То есть, а как мне тогда гонку надо было с тобой сделать, если я CLS забрал бы у тебя? Тут главный принцип, я же тебе объясняю. Для меня принцип, и в принципе для просмотров, и для наших зрителей, я думаю, интересно будет наблюдать. Я думаю, интересно будет наблюдать, как я тебя делаю. Твои цели я знаю прекрасно. Какие цели у меня? Ты здесь все, что угодно можешь говорить. Ну расскажи нашим зрителям. Не хочу рассказывать, не хочу. Да, ты хочешь, чтобы я зрителям все рассказывал, чтобы зрители смотрели. Хайповал на этом. Интересно, да, это все понятно. Да, ты мой гость, братан. Да. И сегодня я тебя выигрываю и отправляю аккуратненько куда? Домой. Домой, да? Домой, да. Домой отправишь. Это будет моя машина. Ага. Ну что, давай наконец-то... Это мое. Давай наконец-то попросим. И смотри, у тебя, я знаю, бывают какие-то проблемы, да? Да. Панические атаки. Да, да. В крайнем ролике, во время съемок, у тебя были какие-то небольшие проблемы, не да? Было, не я было. Записал сториз. Какой крайний ролик? Ну, когда мы записывали. Еще не было, ты просто обманул. Конечно, ты будешь это отрицать. Но когда я записал сториз, мне твои фанаты писали, не стоит издеваться над болезнью человека. Но, я не издевался над этим. Но это было чуть низко с твоей стороны, и честно смешно. Говоря. Да, я, например, посмотрел, меня не задел, я посмеялся, реально. Вот смешно я же? Сториз, да, вот смешно. Я это говорю, да, брат, понимаешь? Да, да, но просто вот. Если ты столкнешься с паническими атаками, ты поймешь, что это далеко не смешно. Я понимаю. Ты поймешь, что... У тебя при виде этой M5 KS начинается паническая атака или нет? Да при чем тут M5 KS? Ну, левелская, самая быстрая M5 в мире. Ты все это переводишь в шуточную форму, но если говорить честно, ну, у меня реально есть диагноз, зачем ты сейчас об этом говоришь? Для чего ты за это цепляешься вообще? Я просто не хочу, чтобы если я тебе выиграю в гонке, потом ты сказал, у меня были проблемы, именно поэтому я проиграл. Не будет такого? Нет. Все, нет, ладно. Нет. Тогда, ну что, смотри, мы ждем твоего CLS. Можно, пожалуйста, в студию CLS? Смотри, а почему ты не хотел его сразу привезти сюда? Еще раз. Ты как хочешь, чтобы я на это ответил? Ты же сказал, что пусть там постоит. Для кадра, для камеры. Ага. А теперь у меня вопрос задаешь. Вот такие вещи он, друзья, делает. Все, ведите CLS в студию, пожалуйста. Что за опасный тип? Опасный я был всегда. И да, зрители, понимаете, наверное, основная масса, это, наверное, фан-база в Engelb. Я понимаю, что вы газуете против меня, я понимаю, вы волнуетесь, да. И это очень прекрасно и очень хорошо. Сегодня на 99%, скорее всего, Ахмед уедет домой, наверное, на такси, или же я его отвезу. То есть, ну, решим, да? Да. Смотри, еще раз походимся по условиям. Давай. Даже если технически что-то произойдет с моим автомобилем... Угу. Скриншоты делаешь, да? Если технически что-то происходит с моим автомобилем, то гонка отменяется. Во время гонки, вот сейчас, на данный момент, сейчас она приедет, что-то случается, гонка отменяется. Прикинь, если с твоим автомобилем что-то случается, если с твоим автомобилем что-то случается, ты проиграл. Вот сейчас время уже пошло, даже сейчас что-то случится, ты проиграл. Прикинь. Мы договорились так. Не, мы договорились, 100%. Да, не, просто скажи, у тебя привилегий больше, ты сам просто за деньги пришел, купил, самое легкое дело у тебя. Почему? У меня не самое легкое дело, я рискую вот сейчас прям сюда, сильно. Вот прям сюда, покажите нам. Из-за тебя. Смотри, какая красивая. Не, 100% очень красивая. Ну вот, сегодня этот CLS, скорее всего, попрощается с Ахмедом. И да, кстати, у меня для тебя подарок. Подождете? Что-то поговори, я сейчас приду. Что-то поговори, брат. Подождете, что-то поговорите, говорит, я сейчас приду. Я же говорю, он в жизни не такой плохой. Но иногда бывает, неправильные вещи делает. То есть, условно говоря, например, мы что-то сняли, как-то вот так договаривались, потом я ему звоню, говорю, эй, зачем ты вот так сделал?
забыл, не было такого. Ну, то есть вот эти моменты начинаются. Это тяжелый человек, на самом деле, с ним, не знаю, как в дальнейшем отношения сложатся. Хотелось бы, конечно, хорошо к нему относиться, но на данный момент... Брат, смотри. На 90% нормально. Смотрите. Отношусь к нему. Вы помните, ты же помнишь, да, что я специально в Сочи во время гонки понимаю, что ты быстрее меня, чтобы машина быстрее меня, я специально врезался в тебя, помнишь? Да. И разбили твой бампер. Ты его успешно починил, и я тогда уже забрал частичку своего CLS. Ага. Вот, я подошел, бампер висел, я вот прям оторвал и забрал себе. Вот эта часть бампера, наверное, твоего CLS. Угу. Вот, и я его забрал заранее себе, зная, что я в конце концов приду к тому, что я ее себе заберу. И, наверное, я сегодня ее, скорее всего, заберу на 99%, а это хочу отдать тебе. Зачем мне? Ну, чтобы у тебя... Кусок бампера зачем мне? Это не просто кусок бампера. А что это? Ну, это кусок твоей истории, брат. Я этих бамперов штук 15 поменял. Да? Да. Ладно, если бы это была другая часть, полноценная деталь, то базару нет. Но бампера менялись много раз. Поэтому ты меня ничем не удивил. И в очередной раз со своим детским мышлением пытаешься мне что-то, какой-то контент людям показать. Да. Вот у меня, я опять-таки повторюсь, слова так особо не складываются, потому что у меня мысли только о гонке. Только о гонке. Я просто потому, что надо сейчас разговариваю. Разговаривать вообще не хочу. Ну все, давай ты раскатывай твой CLS. Давай, давай. Все, тогда что, погнали? Ну все, из всех событий, взять все события, которые у меня происходили в гоночной тематике, это событие, наверное, самое важное. Ну не наверное, а так точно. И тут, знаете, наверное, я уже крайний раз пробую. Я специально для этого купил готовый проект, самую быструю машину. И если даже сейчас я проиграю, то, в принципе, мне дальше в этой теме делать нечего. Но я почему-то на 99.9% да, уверен, что я сегодня ее заберу. А пока давайте посмотрим, как CLS спускают бедную. Я почему-то думаю, что на первом заезде она уже сразу сломается. И из-за этого наша гонка отменится, якобы, знаешь. Вот. Он может это придумать. А главное, чтобы не было такого. Для него самое главное, чтобы не писали комментарии, якобы он испугался, там, дал заднюю. Он же по факту не дал заднюю, приехал, что-то там настроил, чтобы она сломалась. И скажет, условия были такие, типа, все такое. Будем надеяться. А вот Авентадор, честно сказать... Слушай, ну смотри, мы же все знаем, что Ахмед непростой тип. Угу. Прикинь, реально, вот вдруг, вот, ну я тоже не верю в то, что он выиграет, но вдруг выиграет, вот тебе не жалко? Братан, конечно жалко, он говорит про какие-то деньги, да, если мы говорим в плане цены, Aventador M5KS никак в плане цены, ну, не равен цены CLS, как бы он ни говорил бы бесценен, может быть бесценен в плане контента, в плане души, да? Но в плане цены я даже не говорил, это ну, дешевый CLS, 4-5 миллионов рублей максимум, который стоит. Давай так, что обиднее, отдать КС и Авентадор или проиграть сегодня? Просто. Проиграть, конечно. Так я говорю, что этот принцип, самое важное, если я сегодня выигрываю, это то же самое, что выиграть чемпиона UFC, понимаешь, да, чем я? То есть, что важнее для тебя, к примеру, да, выиграть гонорар за чемпионский бой или выиграть чемпионский пояс UFC? Конечно, все скажут, чемпионский пояс, гонорары потом я заработаю, понимаешь? Если я сегодня выигрываю, на долгосрок я заработаю на такой же Авентадор, наверное, штук 10, понимаете, о чем я? В этом и заключается суть. Я сперва выигрываю Ахмеда, это мой план, и дальше иду всеми за вами. Вы знаете, к кому я обращаюсь, поэтому ждите меня. Течет машина. А что стало интересно? Да, может быть. Видишь, сейчас уже перестало. Нет, так в любом случае слить надо. Нет, все равно там. Что-то капает? Это бензин, да, Ахмед? Да. Не знаю. Я думаю, это сразу, вон отмазка.
Все, гонка отменяется? Нет. Нет, это просто лишнее чуть вылилось. Я понял. Гонка не отменяется? Нет, нет, нет. О, уже хорошо. Ахмед, скажи честно, ты что-то там не сделал так, чтобы нас, ну, точно сломалось? Нет. Потому что мы здесь все собрались на трассе. Точно не сделал, но она может сломаться, понял? То есть ты ее прошил еще сильнее? Смотри, я так скажу. Скорее всего, тут только два варианта. Скорее всего, на 100% не могу утверждать. Скорее всего, сегодняшний исход, либо я побеждаю в гонке, либо ломается у меня машина. Понял? Я в шоке, как он уверен. Да. Я тебе сказал, скорее всего. Я могу ошибаться, но я на 90% уверен на эти два исхода событий. Либо моя машина сегодня сломается, либо я выиграю в гонке. Я-то знаю, что ты умный и хитрый. Если ты сомневался бы в своей машине в себе, ты не приехал бы на эту трассу. Я это тоже понимаю. При любых исходах я, получается, выигрыше. То есть, либо я выиграю, либо гонка просто не состоится. Именно на этой трассе я проиграл в крайний раз на своем этом Авентадоре, да, какой-то машине, ты сам знаешь, да. Запомните мои слова. Авентадор — это та машина, наверное, которая половина не едет, как этот М5КС. Это та машина, которую я заберу сегодня, скорее всего. Да, если заберешь, вопросов нет. Но я что вам хочу сказать. Авентадор не едет половина, даже какие-то эта машина. Именно поэтому я сегодня выигрываю. Я сегодня выигрываю Ахмеда и иду за всеми остальными. Эрик, готовь свою машину. Я не знаю, какую ты машину возьмешь теперь у Лейвела. Готовься, та самая М5, якобы самая быстрая ешка в мире. Нифига она не быстрая. Я видел, как эти машины едут. Согласись, эти мировые рекордсмены, когда приезжая на трассу, они тебя когда-нибудь удивляли? Было ли такое, что ты покатался в самой быстрой М5 и ты удивился? А, это нет. Удивился нет. Но нет я такого? Не на всех этих, которые не ездил. Я плюс-минус там проездил на двух машинах, мировые якобы рекордсмены. Но честно, это не якобы, это реально так уже не ощущается. Потому что ты на своей супер-быстрой машине едешь. И если даже та машина чуть-чуть быстрее, ты это не ощутишь. Ощущения уже одни и те же. Сердце уходит в пятки, ты прижимаешься, но будет она на секунду быстрее, ты не заметишь. Но секунда — это, по большому счету, для рекордов это большая цифра. Я понимаю. Может быть, сегодня мы тут впервые на этой трассе установим рекорд. Может быть, не знаю. Не буду балаболить. У тебя же нет драги с собой. Я понимаю, может быть, вообще в принципе, понимаешь? На гражданской резине, да, Мишлен? Нет, ну, такое быть не может. Я не может? Верю. Не может. Ну, посмотрим. 100%. Как можно поставить мировой рекорд на гражданской резине? Имеется на гражданской резине. Именно на этой трассе. Может, впервые сделаем рекорд на этой трассе. А, именно на этой трассе? Да, я про это. Потому что ты пришел с рисками, а я пришел на самое быстрое М5 в мире. И я очень сильно сомневаюсь, что эта машина заезжала именно на этой трассе. Я сомневаюсь. Я думаю, у этих ребят была своя определенная трасса, где они заезжали, где они тестировали эту машину. Это понятно. И поэтому эта машина М5 CS Level впервые в блогерской гонке. Я думаю, вы даже предполагать не могли, что эта машина, мировой рекордсмен, может участвовать в принципе в блогерских тусовках. Но мы это организовали. И знаете, это для вас, ну и для себя в том числе, чтобы выиграть, конечно, Ахмеда. Ребят, вот у меня к вам вопрос, вот прямо сейчас, ответьте в комментариях, вот прямо сейчас, потом сравните. Как вы думаете, кто сегодня заберет гонку? Как вообще можно думать, что CLS может уехать? Смотри, я так думаю, он готовится на один заезд. Он первый заезд хорошо поедет. Я уверен, потому что я знаю ему, он один заезд, если выиграл, он говорит, все, моя машина быстрее, чем твоя. Потом она сломалась, она что-то капала. То есть у него вот такой план, он один заезд делает. В втором заезде якобы может машина сломаться, но это мои прогнозы. Я же знаю, Ахмед очень умный, хитрый. И просто так, зная, что он мне сегодня проиграет, он просто так не приехал бы сюда. И это
кусок, смотри. Давай вот так сделаем, что меня захейтили. Так что, фанаты Ахмеда, вы можете меня хейтить, я буду этому только рад. Ахмед, что ты на этой машине сделал, расскажи нам. По поводу этой машины, я думаю, ты и так все знаешь, и в принципе, это можно было бы проверить на официальном сайте. Да, да. Расскажи, что ты сделал. Ты же знаешь, что я сделал. Ну, примерно. Ну, я знаю, я интересовался людей. Ну, хорошо, что сделал я здесь? Закись азота поставил. Мне уже ребята сказали, я же говорю, в твоем окружении есть ребята, которые со мной хорошо общаются. Ты же сами это знаешь. Предположил наугад, что я сюда сделал. Не-не-не. Это самое простое, что можно было предположить. Ну, да, но я знаю 100%, что закись азота. Если я найду в машине, то что? Значит, я знаю, что... Искать не надо. Значит, искать мне сказали же, да? Ну, сказали, да. Ну, где он? Покажи. Зачем? Ну, где он? Ну, зачем тебе? Я предполагаю, где он вообще бывает. Ты сказал дополнению к мотору, да? Где он ставится? Нет, это не совсем так. Помимо это... Это как в GTA или что? Это портал, что ли? Нет, это знаешь что? Это как... Подожди, не надо. Не, покажи. Сейчас смотри, трогать ничего нельзя. Машину никого не пускать. Я вообще закрою машину, пока здесь стою. А тут кто-то что-то тронет, покрутит, блин. Кто метанол выключил? Кто закись азота выключил? Да будет, да? Такое будет, да? Сейчас... Ну, покажи багажник, покажи нормально. Я показал. Я остальное там с салона регулирую. Вы видели, да? Видно было? Покажи зрителям, да? Я показал. Один раз покажи. Я показал. Просто приоткрой. Нет. Ты так боишься, что мы все силы заберем у этой? Нет. Вот когда выиграю, я у себя на канале ролик сниму, как я выиграл. И все уже покажу. Я там это закись азота, это маленькое дополнение к тому, что мы еще сделали. Покажи просто. Не покажу. Да нет. Покажи. Нет, оставь. Не, покажи, оставь, пожалуйста. Оставь. Все, вот посмотрел, видно же, да? Все, посмотрел, поставил. Все. NO2, да? NO2, что значит NO2? Азот. Азот? Он сильно влияет на машину? Это как охлаждающая система всего лишь. Не-не-не, она у меня работает автономно, то есть там не надо ничего нажимать, но, естественно, там есть кое-какие моменты, то, что я должен включить именно перед гонкой. Но в целом, во время езды, там как форсаж, такой темы нет, что ты нажимаешь, и она там что-то. Я знаю, что. Это в автономном режиме работает, все. Поэтому смотри, сюда машина. Смотри, метанол, я не знал, что такое. Ты объяснил, это охлаждающая жидкость. Да. Закись азота, да, если правильно это говорю. Что это такое? Как это влияет на машину вообще? Я не знаю. Что это вообще такое? Я не знаю. Ну ты знаешь, по-любому скажи. Не знаю. А что там, чем ты контролируешь это? Ну, пока... Ему надо все показать людям. Это контент же. Ну давай, контент. Это что такое? Изоленты, красные изоленты. Все, а не... Красные изоленты, смотри. Это что такое, Ахмед? Куда? Здесь что делает камера, пока я отвернулся? Круто. Смотри. По-братски, смотрите, который оператор, то, что съемки салона, что-то нам надо делать, только при мне делайте. В прошлый раз, на самом деле, у меня покручена была эта вещь до 25. Кто-то ее просто кнопку нажал, ну так получается. Я не знаю, может она сама, но сама как она могла выключиться, я не понял тогда. Может я как-то... Не туда, от волнения, от всплеска вот этого всего нажал не туда. Ну чё? Запах бензина я чувствую сильный. Сильный, да, сильно пахнет. Ну, ты же понимаешь, что у меня в моей машине ничего нету. Абсолютно ничего нету. Самый быстрый седан. И мне, честно сказать, ты можешь таких штук 10 поставить или закись азота 10 штук поставить. Мне абсолютно разницы никого нету, Ахмед. Не-не-не, там... Не, ну просто... Да. Что, да? Да. Ты свою машину проверил, завел, она нормально работает у тебя, чтобы не было потом никаких моментов, да? Если что, какой-то момент будет, я тебе скажу, машина не работает, все, гонка отменяется. Сделай только, чтобы работала, ты проверь. Я уже 2-3 раза уже поехал. От меня не зависит. От того, что бензин течет, гонка не отменяется же, да? Нет, там этот полный, мы же оба по полному сделали. Это был такой договор. Полный бак у меня, можешь проверить, у него так же. Резинка чуть-чуть. У тебя сколько литров бак? Не знаю. Ну, я думаю, одинаково плюс-минус. Да, наверное. Ладно, давай уже встанем, да, поехали, да? Ты свою машину проверь. Не, я проверять ничего, мне лишний раз выехать нельзя. Хорошо. Сразу в гонку. Давай, погнали, чего уже. Где встанем, в каком месте? Как ты хочешь, сделай. Как ты хочешь, сделай.
Ахмед, давай еще один хайп сделаем. Что за хайп? А? Давай, крутить, как в Сочи автодром. Крутить не надо, крутить не надо. Не крути, не крути. Не крути. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Не крути, не крути. Ты что делаешь? Зачем ты ее бьешь, а? Не крути, ничего не сделаю. Я ничего не сделаю твоей машиной. Просто не надо крутить и все. Ахмед! Не крути. Я что, твоей машине ничего не сделаю, ты что? Я знаю, чего ты хочешь. Отходи, отходи. Не, просто не надо крутить, хорошо? Подожди, подожди. Это мои условия, не надо крутить и все. А твои условия? Не крути, твои условия. Я сейчас уеду и все. Да уезжай ты, что ты, уедешь, ты что? Еще раз, если покрутишь, я уеду, все, я сказал. Вот ты странный. Вот ты думай, и все, я не хочу. Вот ты странный. Я не хочу твои вот эти, ты сейчас заново залетишь. Ты-то свою машину сделаешь, но для тебя это контент. Это все я знаю уже. Не надо, Асхаб, не начинай заново. Кто не начинай? Я смотрю. От того, что я покрутил, нормально. И что я там такого? Я зацепил твою машину? Я твою машину зацепил? Я не зацепился. Просто не крути и все. Хорошо? Просто не крути. Ты сам виноват, что к тебе вот так вот относятся. В чем сам виноват? Ты сам эту билет собелеешь. Я не доверяю тебя. Не доверяй. Все, не доверяй. Крути, не крути. Не доверяй, все. Все, все. Не доверяй, погнали. Это не дело, вот это не дело. У тебя условия, я сейчас уеду, если... Ахмед, у тебя постоянно я уеду. Да. Мне как будто это все надо, как будто тебе не надо ничего, да? Все, да, ты прав, да. Просто не крути и все. С тобой здесь церемониться никто не собирается. Церемониться, а что ты иначе делаешь мне? Я церемониться просто не буду, церемониться, уедешь, да, просто? Просто уедешь, да? Церемониться, что значит? Если ты... Церемониться, что значит в твоем если понимании? Если ты будешь не соблюдать условия, херню вот эту вот впаривать обратно, вот это все приземлять, заново будешь, то, что ты делал все это время. Уеду. И все. А что я сделал? Покрутил все, вокруг твоей машины? Я не крутил вокруг моей машины? Тобой... Ты вокруг моей машины не крутил? Смотри, я тебя сначала нормально попросил, просто не крути. Я нормально же попросил, не крути. Это мои условия, ты говоришь? Да, потому что я же тебя знаю. Что я сделал? Зацеплю твою машину? Да, да, я не хочу это. Я не собирался это делать. Я не хочу, чтобы ты 10 серий, 10 гонок. Я не собирался это делать. Я же не знаю, ты собирался или нет. Ну тогда успокойся, я говорю тебе, не собирался, и все. Я твоим словам не верю. Все, все, садись в твою машину, все, все, иди, иди, да. От того, что я покрутил, заново просто контент сделал. Все. Я не знаю для чего. Я-то знаю для чего, чтобы просмотр, хайп, майп. Вроде нормально разговаривали, вроде нормально все делали, сейчас заново начинается вот это вот. Я не собирался это делать, я якобы то, что в Сочи это сделал. Я вокруг покрутил так для контента, для экшена, резину погреть, все такое. А, давай, да, брат, быстрее эту гонку сделаем, хорошо? Давай сделаем, проблем нет. Вот сейчас я готов прям сейчас. А почему ты так хорошо сейчас общаешься, брат, не брат? Нет. Гонку сделаем, почему? Как меня этот человек просто... У тебя эмоциональные качели, то ты меня ругаешь там, то ты это, то я уеду, то брат, гонку сделаем. Ты на эмоции... Для связки слов сказал. Я с улыбкой покрутил. Нет, ничего плохого не сказал. Все, успокойся, успокойся. Все, зацепился, нашел до чего зацепиться. И все, он будет сейчас разгонять, выводить меня на эмоции, вот это все делать. Все. Все, поехали, да? Понятное дело, что я не буду сейчас рассказывать все, что я сделал на этом автомобиле, но обещаю, если выиграю в этой гонке, заберу у Асхаба КС-ку и Ламборгини, я сниму отдельный ролик на свой канал и уже расскажу досконально, что и как здесь было сделано. То есть все покажу, чтобы не было никаких этих разговоров и так далее, да? Что я там мотор другой поставил, мотор здесь заводской, все как положено. Но да, это невозможно было сделать за такой короткий период. И также покажу вам человека, который помог мне это все организовать максимально быстро, в кратчайшие сроки. Просто это человек, которого мало кто знает, но он легенда. То есть это не распиаренная всякая там контора. Это не такая тема, это чуть по-другому. Не, я ничего плохо о них сказать не хочу, то есть они тоже... собирают крутые проекты и так далее, но то, что сделал я здесь, они бы мне не поставили. Не поставили бы, наверное, потому что это сильный риск, и, типа, они бы не хотели, чтобы их компания установила... Они бы, наверное, не хотели такую репутацию, что их компания доработала мне автомобиль, и этот автомобиль здесь испортился, понял? Потому что по факту, я же говорю, здесь, скорее всего, на 90% тут будет два варианта. Либо я выиграю, либо с машиной что-то случится и гонка отменится. Но
Конечно же, я допускаю тот факт на 10%, что может быть такое, то, что и с автомобилем ничего не случится, и я проиграю. Блин, рискнул все равно. Хоть не хотел делать гонки, хоть говорил, что не буду. В моменте как-то он меня переклинил внутри. И думаю, похер, да что будет, то будет. Все равно же люди смотрят, люди кайфуют с этих видео. Это все для зрителей, чисто из-за зрителей, чисто из-за того, что вот людям мы создаем вот это вот сериал там или называйте как хотите, разницы мне нету. Фильм. Что это? Как, какие еще есть названия у этого сиквел. Всего? Что? Сиквел. Сиквел? Да. Что такое сиквел? Как объяснить? Хорошо, я сделаю вид, то, что я понял. Сиквел, там дальше что это? Аниме. А, не, аниме-то не аниме. Вообще, в целом, ты же понял, да? Для людей мы создаем фильм. Люди смотрят, людям нравится. Мне есть польза, да, с этого всего. Асхабу есть с этого всего польза. Чисто поэтому, да, решил. Короче, продался ради хайпа. Шучу. Но вы, возможно, будете так думать. Я говорю по факту, да. Если бы не вот эта вся шумиха, если бы вы не смотрели, если бы это так везде не форсилось, я бы, конечно, отказался, зачем мне это надо. А тут я понимаю, что я как бы соглашаюсь, и это все равно история, я пишу свою историю. Я Ахмед Венгелби, многие меня знают. И история в жизни, она пишется один раз. У каждого человека есть шанс, только один, написать историю. Историю всей своей жизни. Понятное дело, что история есть у всех, но вопрос в том, какая она. То есть, если она не особо интересна, ее как таковой историей и не назовешь. Это просто жизнь. Если воспринимать буквально слово «история», она, да, у всех есть. Но та история, о которой говорю я, ее надо писать. И я пишу историю, поэтому решил рискнуть. Как-то попроще начал к этому всему относиться. Нельзя быть принципиальным идиотом, который ничего в жизни не добивается из-за своей гордыни или из-за того, что он хочет показать свои принципы. Понятное дело, что ради хайпа или ради чего-то нельзя идти на какие-то унижения. Не то, что унижения, понял? Себя продавать, свою жопу продавать ради хайпа там или какие-то неправильные вещи делать. Это точно, я противник этого. Но я считаю, что мы ничего плохого не делаем. И поэтому... Фуф! Пожелайте удачи. Ребята, сегодня по-настоящему очень важная гонка. Я не могу сегодня вообще проиграть, потому что сзади меня стоит моя М5 КС. 1200 лошадок, не просто на словах быстрая, а на самом деле уже утвержденная на гонках официально самый быстрый седан в мире. До сотни 1,8. Я не знаю, на что надеется Ахмед, его фан-база, понятное дело, закись азота и тому подобное, но я уверен, что это нам не помешает сегодня выиграть. И сегодня для меня очень ответственный момент, потому что впервые в истории своих гонок, впервые в истории своего контента на меня будут смотреть не только наша фан-база, но и фан-база официальных гонок. Понимаешь, да, о чем я, Дима? Тут уже подключится фан-база левела, которая конкретно разбирается в тачках. Хотя до этого все говорили, там, у Асхаба машина не едет, там, максимум прошивка Stage 2, у CLS там, Ахмеда едет максимум там, 3 секунды, да. Сегодня мы покажем, и мы сами убедимся, насколько быстрый M5 CS левел на фоне Ахмеда CLS. Мне само это интересно, понимаете? Вот. Но я думаю, что КС нормально так взорвется вперед. Поэтому пожелайте мне удачи. Я понимаю, что огромный процент нашей фан-базы болеет за Ахмеда. Но меня это вообще не разочаровывает. Я прекрасно понимаю, что в кадре, в ваших глазах я плохой. Но этот контент я дарю вам. А также я знаю, что немало тех, которые болеют за меня. Ребят, я сегодня вас обрадую. Если вас обрадую, единственное, что хочу от вас попросить, просто сделайте красивую нарезку, отметьте меня в сторис, если я сегодня выиграю. Все, всем спасибо. А сегодня я твою историю. Я сегодня впервые, наверное, очень сильно уничтожу CLS. Эта машина моя, и та машина CLS тоже будет моей.
машина целая, тоже будет моей. Я приду, но там дорога дальняя, дорога дальняя, придется подождать меня. Приду, но там дорога дальняя, дорога дальняя, дорога дальняя. Я приду, но там дорога дальняя, дорога дальняя, придется подождать меня. Приду, но там дорога. Ну все, мы начинаем. Вот. Очень волнительно. Мысли путаются в голове. На этой трассе я, получается, два раза проиграл. Надеюсь, третий раз выиграю. Ты что думаешь? Выиграю я, да? Да. Я желаю удачи. Давай. Я тебе тоже. Вот. КС Level против CLS. Кстати, до этого я как бы никогда в жизни серьезно не относился к гонкам. Бывало такое, что порой у меня резина какая-то беспонтовая. Бывало, что я мог конкретно дрифтить, а не на свежую резину и потом встать. То есть вот такое несерьезное отношение было к гонке. Но сейчас я никак не могу проиграть. Не сказать, что резина, короче, вау. Я там нормально подрифтил, ради как так надо было. Че, ты готов? Да. Нам сегодня будет помогать Али, как всегда. Вот, в принципе... Настолько серьезно подготовился, что светофор не решил еще. Не, ну светофоры, а у меня никогда в жизни не было светофоров. У тебя был светофор? Нет, такого было. Один раз, по-моему, было и все. Да, никогда в жизни не было, один раз был. И то только по просьбе этого человека, мне это, в принципе, не интересно светофорами. Я люблю, как, знаете, вот форсажи бывают такое вот так. Комары. То есть прям форсажи. Мне вот нравится этот типаж старта, так если сказать. Блин, я мыслями путаюсь, я могу говорить всякую ерунду, но потому что... Да потому что потому. Тронь мой пульс. Старта, так если сказать. Блин, я мыслями путаюсь, я могу говорить всякую ерунду, но потому что... Ты прям переживаешь. Мы через сколько будем стартовать? Вот сейчас я готов. А, но через секунд 30, да? Тогда я резину свою разогрею, подожди. Давай, давай. Вот. У меня такой мандраж просто. У тебя бывает от волнения ладошки холодные? Бывает такая тема? Это то же самое. Да? Ты хоть за что переживаешь? Ну просто волнительный момент же. Был бы ты на моем месте, ты бы откинулся, отвечаю. Резину надо прогреть, чтобы цепление было хорошее. Тут трасса такая себе, честно сказать. Ну, а я заметил, что со временем привыкает твоя нервная система к таким... Жаль, что я не могу прогреть резину. Вообще, у меня прогноз такой. Со старта по-любому он уедет. По-любому. Ахмед, погнали! Ахмед! Погнали, Ахмед! У меня резины много нет для тебя. Погнали! Давай. Погнали, садись. Давай, давай. Машина прямо. Так, давай еще раз, что ли. Ну все, я готов. Сейчас будем. Сейчас надо будет отключить дрифт мод. Переключить на так, с полный привод. Спорт плюс, полностью есть. Все, вроде я готов. Все. Я готов. Я ровно стою. Все, погнали. Готовы? Сейчас гонг, уже все? Да, да, да. Обязательно пристегиваемся. Ху-ху-ху! Четко? Я готов. Подожди. Как всегда, да? Нет, вообще. Все. Блин. Так, ДС. Ты готов, Ахмед? У меня резина уже охладилась. Да.
Оставь вот так зеркало, я хочу на тебя посмотреть. Не. Я готов. Догоняю! Я догонял, но... Блин. Я тупанул, блин, надо было... Я почему-то забыл, что... Все, сейчас будет. Сейчас будет. Я нормально сейчас сделаю. Не-не-не-не, эта машина быстрее, в разы быстрее. Сейчас я вам это покажу. Не-не-не-не-не. Я просто тупанул. Я просто не переключил. Уху, ой. Чисто из-за того, что я не переключил, уехал. Чисто из-за... Чисто из-за того, что я не переключил. Но не потому, что... Я тебе серьезно говорю? Но я догонял его. Он уехал? Да, подожди. Но я тебе даю слово, сейчас его заберу. Я даю тебе слово, что я сейчас заберу. Мировой рекордсмен, говоришь, да, Асхаб? Я даю слово, что я сейчас заберу. Я сейчас сделаю, я все понял, подожди. Что случилось? Ахмед, запомни, это случайность. Ахмед, это случайность, запомни. Хорошо. 1-0. 1-0, я тебе даю слово. Если я это заезд сейчас проиграю, я оставляю гонки. Я тебе даю слово. Подожди, это что такое? Все, погнали. Сейчас сделаю. Подумал, что что-то не то сделал. Аккуратно, максимально. Я обратно пытался ехать. Ее нельзя вообще, короче, нажимать в пол чисто во время заездов. И все. И все будет нормально. Фу-фу. Просто не подведи меня вот сейчас, и все будет прекрасно. Но он что-то сильно слишком отстал. Может, он реально что-то не так сделал. Я не знаю. Но в любом случае, вы, наверное, ожидали, что там будет 10 корпусов, даже если он ошибется. Но просто я понимаю, что
она не может у него сейчас 1.8 поехать никак. Просто никак. Потому что для этого нужна подготовка, для этого нужна специальная трасса, для этого нужно все. Он сейчас... Ну, это нереально, короче. Если бы она ехала сейчас 1.8, понятное дело, что там было бы 10 корпусов. Я насчет этого ничего не говорю. Это реально самый быстрый... Самая быстрая BMW в мире. Но сейчас рубка была, да. Как же я хочу быстрее, чтобы вот сейчас этот второй заезд закончился. Проиграю, проиграю, выиграю, выиграю, но быстрее, чтобы вот это закончилось, хочу. Очень сильно переживаю. Сейчас четко я сделаю, сейчас четко будет. Я готов, ты готов? Да. Все, сейчас будет четко. Смотри, настройся, поедь, машина выиграет 100%. Я знаю, что она выиграет. Она объедет тебя. Сейчас я... Сейчас, сейчас. Не спеши, аккуратно. Езжай. Давай, давай. Ребята, продолжение гонки у меня в Телеграме. Ссылка на Телеграм в описании. Переходите, смотрите там полную гонку, и вы узнаете, что я сделал с Ахмедом и его CLS. Это конец истории.